Всем привет, мои дорогие! С вами на канале Сельчанка в Америке. Я только что приехала с работы сегодня и заехала в магазин. Немножко фруктов купить. Хочу показать. Вот это крабовые палочки. Купила я две упаковки. 907 грамм. Здесь стоит 7 или 6 долларов. Что-то так. Клубника 5 долларов. Красная рыба, салмон, копченая она, или 13, или 16, уже даже точно не помню. Это киви, две пачки киви, они желтые, очень люблю желтые, они сладкие такие, тоже 6 долларов они, 6,50, наверное. Авокадо у нас... Тоже 6,50 или 6,99. Бананы, может быть, за эту такую вязочку я заплатила $1.50 или что. В Америке бананы дешевые. Это лавровый лист. Чтобы был лавровый лист, 8,99. Это нектарин. Такие как бы... Персики, нектарины, вкусные такие, они с Калифорнии, сладкие. Это уже мы 3 штучки скушали. То этот нектарин 7 долларов, да. И купили арбуз. Арбуз 5,99. Если не ошибаюсь, конечно. Ну, за все это я заплатила 72 или 75 долларов. Вот так. Вот такие покупочки на сегодня. Хочу показать своих маленьких. Это я их только что принесла. 8 штучек. И мамашу только что. Что-то она такая еще не знаю. Ну, вроде бы не клюет она их. Вот кормежку им принесла. Это пока маленькие, покупаю такую. Недельки две. Ну, аккуратней. Вот это мама. Ой, не знаю. Может быть, они меня боятся. Хочу сейчас выбрать свои огурцы. Потому что вчера я не выбирала. Думаю, уже выросли. И буду... закатывать в банки на зиму. Я делаю свои. Помидоры делаю, огурцы делаю. Что-то зимой хочется такого солененького. Вот такие они. Помидоры мои. Цветы. Ой, посмотрите, какой большой. Это где-то пропустили мы его прошлым разом. Вот такие маленькие я люблю. Вот. Сейчас я пройдусь и покажу, сколько выбрала. Вот, друзья, уже я прошла эти два рядка, проверила, кажется, хорошо, но не знаю. Всегда как не смотришь, всегда пропустишь, а потом получается вот такая бочечка. Вот сколько у меня огурцов, это такая корзинка, и вот столько у меня вышло. Ну, я думаю, где-то баночки двухлитровые, где-то 3 штуки будет, и немножко помидорки вот там есть. Сейчас еще пойду. Помидоры в рост меня. Или это я низким ростом. Вот это кабачки у меня. Уже мы их не кушаем. Сейчас я их повырываю и занесу своим цыплятам, курам. Пускай кушают. Вот так. Это вот такие... Вот такие кабанчики уже большие выросли у меня. Уже давала и родителям давала. Одним и вторым.
и американцам давала, уже все накушались. Ну то я уже, это второй раз буду курам давать. Пускай кушают. Вот, порубила топором и уже клюют. Тоже витаминок хотят, пускай, пускай едят. Сейчас еще пойду картошки накопаю. Своей. Представляете, мне одна подписчица пишет, кого ты обманываешь. Как же там? Ты снимаешь дом в рент и ходишь по чужому огороду. Вы представляете? Ну представьте, я сняла дом в рент и хожу по чужому огороду в Америке. Это прям, ну, мне очень это было смешно. Ну, я не знаю, почему они не верят, что это, что я хожу на работу, что у меня до 100 кур, и что у меня есть огород. И что у меня статус безработный. Ну, я не знаю, почему они так думают, потому что, говорит, одна пишет, у этой мадамы статус безработицы, и потому у нее есть время работать, есть время делать огород, потому что она не занята. Вы представляете, у меня такое было, что я даже на двух работах работала. Ну, объясняться я ни перед кем не стараюсь, но это для меня это смешно кажется. Ухаживать за курми в Америке, это, ну, совсем легко. Что за ними ухаживать? Я им насыпала корм, и все, и они сами кушают, и все. Корм насыпаю день, через два, вот так. Только собираю яйца каждый день, и все. И яйца, конечно, продаю. Продаю $4 за лоток. И наши покупают. Наши люди, русские, украинцы, любят, очень хвалят мои яйца. Не мои, а моих кур. Говорят, что очень желтые, потому что по травке ходят и кукурузу едят. Ну, все хвалят, что очень вкусные. Сейчас покажу. Уже полоть я ничего не буду. Не хочу просто. Ой, пташечка улетела, вот здесь сидела. Капусточка моя. Вот это моя картошечка уже. Столько мы выкопали, родителям даю тоже, одним и другим. Вот это еще есть, это другой сорт, как бы позже, а это ранний сорт. То это мы эту кушаем. Осенью будет, даст Бог, доживем. Я засниму видео, когда поедем по картошку. Тоже берем бесплатно картошку, целый прицеп такой машины. Трак, или как правильно сказать. Ну, нам достаточно и нам, и родителям всем. После комбайна проходит, и очень много остается картошки, и они разрешают ее собирать себе. Вкусная, хорошая, фермерская. Вот сейчас покажу, какая у меня наросла. Вот смотрите, это с одного кустика столько. Не знаю, много, немного, мало. Вот такая уже большая. Вот. Розовая. Сейчас здесь посмотрим. Вот большая. Уже такие белые точечки встают. Дожди идут, может быть, это плохо. Ну, ничего, у нас ее уже немного осталось. Ой, еще спряталась. Это надо тяпкой достать. Вот. Я думаю, еще один и на суп мне будет. Да нет, даже это и хватит. На супчик будет достаточно. Вот взяла корзиночку я. Хочу сделать такой итальянский суп. В ресторане продается у нас. Очень вкусный. Дети его любят. Конечно, я люблю. Вот. Много не копаю, потому что зачем она, чтобы мне
У меня в гараже стояла, вяло, портилась. Пускай лучше в земле будет. Вот так. Это капусты мои. Очень были какие-то гусеницы, но это я уже смотрю нету. Муж обрабатывал их. И еще хочу показать. Смотрите, кто есть. Вот. Там не видно, где-то наверху было. Вот. Карелатский жук, он и в Америке есть. И очень много. За лето несколько раз травили ядом. И смотрите, они опять. Я уже картошку копаю. Смотрите, сколько есть. Вау. Это ж просто обсыпали. Это мой красавчик ко мне идет. Смотрите. Наш хозяин. Он всегда со мной, когда я кур кормлю. Он там все проверяет. Мышки ловит. У нас котики есть. Любим мы котики. Собаки у нас есть. Гномик, иди сюда. Иди, красавчик мой. Гномик, что такое? Ай, красавчик. Красотуля наша. Не знаю, если бы его взвесить, наверное, ну, килограмма 9 будет. Такой красивый кабанчик. Тунец очень любит кушать. Колбаску не всю он любит кушать. Это на любителя, да? Вот мой урожай такой. Картошечка, огурчики, помидорчики. И вот помощник наш. Вот так он еще умеет делать. На камеру показывать, да, гном? Цыплят они у нас не трогают, охраняют только. Каждый знает свое имя. Вы только посмотрите на эту красоту. Ну как же их не иметь? Как же их не нянчить? Вот такие пупсы маленькие. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, это ж мамочка наша. 8 штучек. И у каждого сапожки будут. Вот тут тоже бочечка. Вот этих две таких светленьких. Мне очень красивые они. Не знаю, какие они будут. Какая-то такая порода получилась. Даю я им такой корм, вот покупаю. И еще яйца вареные даю. Пока маленькие. А там уже встают побольше, то уже едят все. Что и большие куры. Ой, тетенька ты, мамашенька. Очень люблю цыплят. Посмотрите, какое же красивое. А глазки как будто накрашены вот в этих двух. О, это она уже гнома увидела где-то там. Все, не будем мешать вам.